примерно в 100 километрах езды от Нью-Йорка, ну и полутора часах езды, находится интересное место для отдыха, в том числе и семейного. Называется это место парк скульптур. Ехать можно на целый день, и это будет нормально. История этого места, если брать от корней, надо вспомнить компанию, которая сегодня существует на рынке, занимает 37 место в списке Fortune 500, то есть в числе крупнейших корпораций находится. Называется она Johnson & Johnson, все ее знают. Образовали ее трое братьев, сначала их было двое, назвали компанию Johnson & Johnson, а вот потом к ним присоединился третий. Этого третьего брата звали Роберт Вуд Джонсон, и он был президентом этой компании. Один из его сыновей, которого звали Джон Сьюарт Джонсон I, родился он в 1895 году, основал он океанографический институт Харбор Бранч, успел в первом браке 4 детей завести, во втором браке еще 2 детей. И там произошла такая история. В 71 году, то есть ему уже было 76 лет, он купил красивую картину, ну, собирал искусство. И очень гордился, и всем гостям показывал. Ну и тут горничная ему говорит: вы знаете, вы очень сильно переплатили. А там речь шла о картине очень известного мастера. Это картина не этого мастера, а его ученика. Ну, почему вы так считаете? А вы посмотрите на дату. Дата указана через 2 года после смерти. Этой горничной была Барбара Песецкая. Родилась и выросла она в Польше, родилась недалеко от Гродно, в семье фермера, а потом, после войны, эта территория отошла к Советскому Союзу, и семья переехала на запад Польши, во Вроцлав. Окончила она Вроцлавский университет со степенью магистра искусствознания, училась в Риме, ну и в возрасте 30 лет она уехала из Польши. Как говорят любители рассказывать интересные истории, американские журналисты, со $100 в кармане. И устроилась вот этой вот горничной в семью Джонсонов. И когда глава семьи восхитился ее знаниями картин, то она перестала быть уже горничной, а сразу стала консультантом по закупкам произведений искусства, куратором для коллекции Сьюарда Джонсона. Ну а потом началась любовь, и закончилось все тем, что Джон Сьюарт Джонсон I развелся со своей женой и женился на Барбаре Песецкой. Молодожену было 76, ей чуть больше 30, никого из детей 6 на свадьбу не позвали, и 12 лет она была ему преданной женой. За это время несколько раз переписывалось завещание, а состояние было значительное, по тем временам $500 миллиона. Постепенно из завещания были исключены все дети, и когда Сьюарт Джонсон умер в 83 году, все состояние свое он завещал своей любимой третьей жене Барбаре Песецкой. Дальше начались суды, возмущенные дети наняли адвокатов. Работала там
когда такие деньги, там и гонорары соответствующие. 17 миллионов долларов заработали 200 адвокатов за время этого судебного процесса. Закончилось это все тем, что досудебное соглашение заключили, и 12% от этого состояния получили дети, а остальное Барбара Писецкая. Она сразу стала одной из богатейших женщин мира. Еще при жизни мужа было куплено поместье в Принстоне, которое она назвала Ясной Поляной. Это было превращено в загородный клуб. Занималась Барбара активно благотворительной деятельностью, собирала искусство. В Данске основала школу для детей, страдающих аутизмом. Пожертвования делала для церквей, центров социального обеспечения. 100 миллионов долларов на ремонт верфи в Данске. Прожила в Италии, в Польше, в Монако. Активно скупала картины, всякие произведения искусства. Разбиралась в этом во всем. И поэтому состояние, которое досталось ей от покойного мужа, только преувеличило. Умерла в 2013 году во Вроцлаве, похоронена в Польше. Один из сыновей Джона Сьюарда Джонсона первого, родившийся в 1930 году, еще в первом браке, и которого зовут, он жив еще, Джон Сьюарт Джонсон II, он художник, занимается, ну как, скульптор, он занимается скульптурой. Из тех 12%, которые от Барбары Писецкой достались шестерым детям, которые разделились, ну это там вполне приличная сумма была, и ему хватило на то, чтобы оборудовать мастерскую. Искусство вот таким образом. Компьютерная программа обрабатывает какое-то, допустим, там, Ренуара или Моне, и делает из него трехмерное изображение. Вот дальше целая бригада мастеров делает из этого скульптуру, из трехмерного изображения компьютерного, раскрашивает. И таким образом получаются такие интересные произведения искусства. Очень оригинально, оно интересно, красиво выглядит, но художественные критики, многие относятся к этому не очень хорошо. Во-первых, говорят, это копирование, а во-вторых, это кич. Но больше все-таки голосов за, приятно глазу, интересно, какие-то неожиданные вещи. Плюс у него есть совершенно самостоятельная работа. Вот, все-таки он художник, и художник неплохой. Далее переходим уже все ближе и ближе к тому месту, куда мы едем, к парку скульптур. Итак, в 1992 году Джон Сьюарт Джонсон II основал этот парк скульптур для продвижения, понимания, признания современной скульптуры путем организации выставок, публикации каталогов, а также предложения различных образовательных программ и специальных общественных мероприятий. А в июле 2000 года этот парк скульптур стал некоммерческой общественной организацией, открытой для общественности. Ну, там есть билеты недорогие. И доходы от операции они получают, на которые существуют, это вот от этих билетов, пожертвований меценатов, грантов. Основу ее составляют скульптурные работы Сьюарда Джонсона и других современных скульпторов. Сейчас в парке скульптур содержится коллекция из 270 современных скульптур. Но, кстати, надо сказать, что они периодически меняются. Какие-то уезжают, какие-то на их место приезжают, путешествуют они по миру. Потому что многие из этих работ достаточно известны. И, кроме того, есть еще 6 крытых художественных галерей. То есть, с точки зрения выставок, вполне достаточно места, и условия для этого все созданы. Покушать можно там в ресторане, который называется Red's, крысиный ресторан. Но это не в том смысле, что крысиный. Ретти – это из книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Один из персонажей, очень интеллигентный, четверо зверей, четверо друзей, их приключения, ну и вот один из них Ретти был.
Все вокруг украшено по концепции Джонсона в стиле импрессиониста Клода Моне. Thank you.
Right. My mom would love it here, I think. I think so too. I think she would love it. Yeah, I love that one. He's got 30 years.
Max, you're not supposed to sit on the sculpture slide. You have common sense. You have common sense. Come on, Max. Let's go tell them. I'm going to lose it, Daddy. Max, no, you won't lose it. Small one, like, you see the cuties over there? The cuties over where? Over there. Smaller dolls. I just told him I had a cutie doll. Well, thank you.
Thank Welcome. They're never gonna move. Кто мой телефон? Ты тогда не помнишь? He stays. Oh no. It's my favorite. I don't exactly know the difference. And what does an internist do that the other one can't? Yeah, thanks. Hello.
Tuesday, June 18th, 1985. This one looks like a snot. Ну и здесь я заканчиваю свою прогулку по этому парку скульптур. Надеюсь, было интересно. Ну а для тех, кто терпеливо досмотрел до конца, в конце небольшой бонус. На обратном пути я заехал в город Принстон. Это небольшой парк в городе, посвященный Принстонской битве. Она состоялась через 2 недели после Трентонской. И в ней Джордж Вашингтон доказал, что победа при Трентоне не была случайной. И революция не закончилась. Революция живет и продолжается. И война эта за независимость длилась целых 8 лет. Вот это сам Джордж Вашингтон и внизу его соратники. Такой памятник им поставлен. Ну и тут же рядом еще музей этой Принстонской битвы. Это колокол с корабля, который назывался Принстон. Здесь такая небольшая садовая парковая скульптура. Мальчик пьет воду из бочонка. А здесь мужчина читает газету. Очень похоже на то, что мы сегодня уже видели. Ну и вот вдали виднеется то, ради чего я сюда зашел. В общем-то, видео про Принстон, которое там лет 5 назад я снимал, у меня это все уже есть. Просто ехал мимо, заехал посмотреть, что тут изменилось. Скажем так, все на месте. Вот памятник Альберту Эйнштейну, поставленный в 2005 году к 50-летию его смерти. С 30...
1933 по 1955 год Альберт Эйнштейн жил в городе Принстон. Вот этот Роберт Бёрк, скульптор, таким же методом, называют его иногда метод жевательной резинки, таким же методом он изготовил скульптуру Эйнштейна, которая стоит в Вашингтоне, недалеко от мемориала Линкольна и памятника тем, кто сражался во Вьетнаме. Ну, Е равно МС квадрат. Никто пока не оспорил. И вот на улице Мерсер находится дом, в котором Альберт Эйнштейн прожил больше 20 лет своей жизни. Вот он, левее, вот слева, слева экрана виднеется такой белый с черными ставнями. Вот это дом Эйнштейна. На нем нет даже отметки о том, что здесь жил Альберт Эйнштейн. Говорят, что там как все было, так и осталось, не тронуто. Но двери закрыты, и просто висит табличка, что это частная собственность. Ну, в общем-то, весь мир знает, что это дом Альберта Эйнштейна. Его во всех фильмах показывают, и во всех путеводителях, и даже на Google карте он указан как дом Альберта Эйнштейна. Видите, частная резиденция, все. И здесь я немного пройдусь по территории университета. Университет занимает, так мне кажется, какую-то главную часть города, потому что все остальное в городе — это такие односемейные дома, улица там с магазинчиками, с небольшими, а все такое весомое и значительное — это все университет. И он по территории совсем-совсем не детский такой, очень большой. Такие красивые здания, под старину все сделано, хотя я там сейчас не хочу рыться в источниках, но по-моему, все это 20 век, так начало 20 века, середина 20 века. Но вот эти все очень интересные такие здания, красивые, под замки. Это в основном общежития студенческие, вот что интересно. Ну и учебные корпуса. Университет не дешевый, он входит в восьмерку этих самых прославленных Лиги Плюща. Ну, там где-то после передовых. По американским рейтингам он вообще часто первым пишется. Тут очень много зависит от того, кто этот рейтинг составляет. Но один из лучших. И один из самых богатых по своим фондам. Самое, наверное, в нем качество выдающееся, допустим, Колумбийский университет или Гарвардский, они в крупных городах. И этому бедному студенту, допустим, в Нью-Йорке, ему учиться некогда. Пока объедешь все знаковые места нужные, которые должен студент посетить за время учебы, так на учебу времени мало остается. А в этом маленьком городке этих мест практически нет, поэтому делать нечего, надо учиться. Так, этот небольшой уголочек разбит в память о выпускниках Принстонского университета, которые погибли 11 сентября во Всемирном торговом центре.
А вот это самое главное здание университета, самое старое. И вот оно, видите, все увитое плющом. Вот, такая себе лига плюща. Здесь с этим зданием такая легенда, что Александр Гамильтон, когда он с Барбадоса приехал, сирота, денег мало, там купцы что-то ему насобирали, потому что, ну, очень талантливый, дядя попросил купцов скинуться, и они дали ему каких-то денег на учебу, чтобы он выучился. Ну, видите, молодожены пришли перед свадьбой, хорошее место нашли, правильное. Может, они учились здесь. Вот это здание. Но его не приняли сюда. Он хотел за год окончить 4-годичный курс. Сказали, у нас так не делается, извини, дорогой. Или 4 года учись, или до свидания. И он поехал в Нью-Йорк. Королевский, а ныне Колумбийский. Королевский колледж, а ныне Колумбийский университет. Его приняли, он его окончил. И там сейчас один из учебных корпусов называется Гамильтон стоит. Памятник Гамильтону. А здесь показывают, что вот в это здание, в этот учебный корпус, когда была Принстонская битва, в этом главном корпусе засели немецкие наемники, гессенские наемники, которые были в английской армии. И Александр Гамильтон лично наводил пушку, чтобы их стрелять. И бабахнул, ядро влетело в окно. И попала в портрет короля английского. После этого гессенцы сдались. Поняли, что сопротивление бесполезно. Следующее ядро попадет в них. Ну, это часовня. То есть часовня, а не церковь. Церковь, она имеет алтарь и посвящена какой-то одной религии. Ну, а протестанты, они стараются делать так, чтобы к ним приходили все религии, поэтому обычно они называют эти вещи, ну вот учатся же разные религии, вот, стараются, чтобы все студенты могли прийти, как-то объявляется, что это для всех религий. Ну, судя по изображениям, для всех христианских религий. Хотя они всегда говорят, что вот Бог один, поэтому приходите все, и атеисты тоже. Пожалуйста, всем разрешают приходить. Театр у них работает, ставят спектакли. И неплохой есть музей художественный. Ну и здесь я проезжаю через территорию университета, выезжаю там на одну из главных улиц и начинаю двигаться в сторону Нью-Йорка, возвращаюсь. Thank you.
Ну, на видео не так жарко, как сейчас. Дело в том, что видео это снималось еще в мае. Просто руки не доходили его смонтировать. Поэтому здесь люди одеты немножко попрохладнее. Было прохладно в тот день. То есть тут вообще съемки двух дней. Два раза я ездил в парк скульптур. В один день был дождик и прохладно было, а в другой день было тепло. И вот где сами скульптуры, это был второй день, когда было потеплее. Налево поворота нету, но мне туда и нет необходимости ехать. Природа очень хорошая, все цветет, все зеленеет, вода со всех сторон, реки, озера, красиво все, воздух свежий, все условия для учебы. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, не болейте. Если вам нравится видео, подписывайтесь. Приглашайте своих друзей. У меня еще есть творческие планы. А, пишите комментарии. Не стесняйтесь, мне приятно читать хорошее. Нехорошие, неприятно читать, но все равно читаю, все читаю. Если какой-то из ваших комментариев не появится, то его заблокировал YouTube. Он блокирует самостоятельно там некоторые слова и ссылки. Так программа построена. Ну и я тоже иногда смотрю, если там что-то идет, связанное с оскорблениями там какими-то национальными, религиозными там и так дальше, чтобы не разжигать, не возбуждать, не устраивать вот эту свару. Русскоязычный интернет, кстати, вообще между нами говоря, он какой-то грязноватенький. Вот столько шпаны какой-то комментарии пишет. Пишите нормально, прилично, вас будут уважать, будут читать. А нецензурная брань унижает язык, на котором вы разговариваете. Если это ваш родной язык, то это вообще вы сами себе гадите. Нехорошо. Вот. Поэтому я для себя так, вот если человек в открытую, в эфире начинает нецензурно выражаться на русском языке, я думаю, это для этого человека не родной язык. Вот примерно так. Итак, еще раз, на сегодня все. До свидания. До новых встреч.